сорт томаты «Бычье сердце» рыбного озера. Это вот такие вот красавцы, великаны розового цвета. Этот сорт высокорослый, может быть свыше 1,80 м. Полное созревание происходит за 100-120 дней. Рекомендован для выращивания в различных регионах от жаркого до прохладного климата. Плоды сердцевидно-округлой формы. Вес плода бывает от 350 до 600 грамм. Формирует этот куст в 1-2 стебля. Выращивать его можно как в открытом грунте, так и в теплицах. В разрезе томат многокамерный, очень сочная мякоть у него. По вкусу он сладкий, с небольшой кислинкой. Его используют универсально для салатов, для заготовок, для изготовления томатов и кетчупов. Сорт устойчив к основным томатным заболеваниям, и также он не подвергается растрескиванию. Подписывайтесь на наш канал, ставьте палец вверх и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить наши новые видео.